MLM – это один из самых эффективных способов получения неограниченного дохода без создания собственных фирм. Без создания офисов, складов, традиционного набора рисков, без наемного персонала. Как же работает сетевой маркетинг? У большинства MLM-компаний есть сеть собственных складов в разных городах и странах. Поэтому за счет продуманной логистики потребитель может быстро и удобно получить свою покупку. Более того, многоуровневый маркетинг помогает исключить возможность подделки товара. Когда в цепи продаж задействованы третьи стороны, возможны подмены товара, фальсификация больших партий. Сетевая компания всегда работает с потребителем напрямую, поэтому вероятность фальсификации продукции ничтожно мала. Есть компания-производитель, которая имеет собственные заводы для производства. Она продает свои товары без магазинов. Продукция распространяется благодаря выстроенной системе рекомендаций. В народе это часто называется сарафанным радио. Большому количеству людей нравится этот принцип. Они с удовольствием покупают товары у компании. Клиент пользуется продукцией и может начать строить бизнес с MLM-компанией. Для этого ему необходимо найти несколько людей, которые будут реализовать продукцию и привлекать в бизнес новых партнеров для развития своей сети. Именно поэтому данный вид маркетинга назван сетевым. Почему этот вид продажи так выгоден? Важная особенность продвижения товара сетевым способом – это снижение издержек на рекламу своей продукции. Поэтому MLM-компания больше заботится о своих консультантах и их профессиональном обучении. Потому что успех компании зависит именно от передачи идеи сетевого маркетинга от человека к человеку. С другой стороны, клиенту удобно получать товары с гарантией качества. Ему нравятся доступные цены. Люди, желающие начать свое дело без вложений, могут здесь достичь успеха. Чтобы стать сетевиком, не нужны специальные знания, потому что вся система уже выстроена, рынок сформирован, большинство компаний уже на слуху. Кроме того, мощная система обучения в MLM-компаниях многократно превышает ваши личные возможности достичь финансовой свободы. Для меня сетевой маркетинг – это бизнес будущего, хоть и появился он в прошлом веке. Постоянно меняясь, адаптируясь к современным реалиям жизни, MLM вбирает в себя все самое лучшее и передовое. При этом суть сетевого маркетинга остается прежней. В центре находится человек всегда, которого невозможно заменить роботами или какими-то высокими технологиями. Вы можете сказать: Роман, почему это важно? Посмотрите вокруг. Каждый день в мире совершаются новые технологические прорывы. Активно идет 4-я промышленная революция. И эти изменения касаются многих сфер жизни. Профессии, которые сегодня кажутся незыблемыми, уходят в прошлое. Заводы и фермы становятся полностью автоматизированы. В сфере услуг роботы начинают заменять человека. В 2015 году в Японии открылся отель, в котором значительная часть работников – это уже роботы. Из-за этого сокращается количество рабочих мест. Безработица – это бич современного общества. Как в такой ситуации позаботиться о своем будущем? Где работать? Как обеспечить свою семью? Сетевой маркетинг дает возможность каждому управлять своим будущим. Над вами нет начальников, никто не может вас уволить. Никто не ограничивает ваш доход и не уменьшает зарплату в стремлении снизить расходы компании. Вы сами выбираете, какой продукт продавать и кому. В этом и есть уникальность сетевого бизнеса, когда человек не винтик в большом механизме, а сам является этим механизмом. Вы за рулем своего собственного спортивного автомобиля учитесь к своему успеху по самой короткой дороге, а не плететесь, как пассажир на заднем сиденье автобуса, который везет вас известным маршрутом к обыденности и деградации.